Всем привет! Вы на канале магазина Android 55 mi55.ru. Сейчас мы будем включать смартфон Xiaomi Redmi Note 9. Xiaomi Redmi Note 9. Вот здесь посмотрите модель. Это вот такой вот аппарат Redmi Note 9. Не Pro и не 9S. Про Pro и 9S можно посмотреть будет в других наших видео. Итак, первое включение. Пока смартфон стартует, я буду пытаться немного о нем рассказать, как и при распаковке. Так, ну, первое самое главное, это то, что смартфон это сделан на процессоре MediaTek Helio G85. Это его первое отличие от других моделей Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro. Так, сейчас я подключусь к Wi-Fi, возможно, он нам потребуется. Так. Это первое. Второе, что его, вероятно, отличает от 9S и 9 Pro, это сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев у этой модели расположен с тыльной стороны, скажем так, в традиционном месте. У модели 9S и 9 Pro это сканер, встроенный в клавишу питания. Преимуществом данной модели перед 9S является наличие чипа NFC. Это его главная особенность. Это нельзя назвать, наверное, преимуществом. Скорее, это вот та особенность, которая может оказаться важной для тех, кто выбирает смартфон. То есть, если вы хотите смартфон с чипом NFC, то, допустим, Note 9S при всех его положительных особенностях вы сразу можете убрать из списка рассматриваемых моделей. Блок камер, судя по всему, схож с тем, что установлено в Redmi Note 9S, но это требует дополнительного изучения. Ну и, в принципе, по характеристикам-то, наверное, все. Как вы видите, фронтальная камера здесь попала в левый верхний угол. В отдельном видео, я думаю, мы посмотрим фото-видео возможности этого смартфона. У нас, естественно, нет какого-то специализированного интересного обзора по этому поводу, но мы включим запись с экрана, я сделаю какие-то снимки, традиционные видео, весь этот процесс будет запечатлен, вы сможете посмотреть, как это происходит на данной модели. И также, я думаю, мы проверим работу сканера, тоже как-то это запишем. Так что смотрите плейлист, возможно, в плейлисте к этой модели вы найдете что-то, что
что вам интересно. Все это не сразу, все это будет постепенно, каждый сюжет отдельно. Поэтому есть смысл подписаться на канал, поставить колокольчик, и, вероятно, в ближайшее время интересующее вас видео появится. Если не появилось, то пишите комментарии. Комментарии я прочту и постараюсь как-то ускориться и сделать видео-ответ на ваше обращение. Давайте, чтобы время напрасно не шло, я попробую его покрутить, показать со всех сторон, хотя, наверное, вы его уже посмотрели на предыдущих видео с распаковкой. Первый запуск, видите, занял определенное время. Сейчас у нас уже 6 минут. И вот смартфон уже почти готов. Идет скачивание каких-то приложений. Давайте посмотрим настройки на телефоне Redmi Note 9. Так, версия оболочки 11, Android 10, апрель 20 сборка. В принципе, по первому включению у нас все. Такой вот набор программного обеспечения, игрушечки, инструменты. Ну вот и все. Спасибо за внимание. Хорошего дня. До свидания.